русскоязычный? Нет. Русский говоришь, нет? Нет, нет, нет. Так, все, поставил я, короче, запись. Погнали. Шестой оверлорд в первый день, ребята. Круто, ты попал на ТВ, подтверждаем. Слушай, ну спидовская патия закрыла, в принципе, с порезанными классами, поэтому... Да, да, я думаю, мы походу, должны закрыть. Походу, тут таймеры все-таки это не такие жесткие. Мне в пятом понравился таймер на Драконе Власти. На первом полу было удивление. Заинрейжился что-то на 6%. Ну, мы там ждали, пока эти глыбы пройдут, все фигня. Ну, в принципе, данж легкий сегодня. Ну, то есть, вот этот... Ну, из новых это самый простой. Да, да, из новых он один из самых несложных таких. Так, отходим только Кен-Кон с этого дерьма. Ну, ты уже знаешь. Блять, аффиксы новые. С Вову слезали вулканчики. Ага. Так, что у нас там с ДПСом? Ну, что-то хил значительно меньше вейста дает. Кинг-Кон, ты в соло-таргет, да, ебашишь? Я правильно понимаю? Да, 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 АОЕ у нас нет, по сути. Ну, у меня тоже в соло-таргет. Ну, на боссе они получше разгоняются, некры. Да. Мы только на боссах и разгоняемся. Шестой оверлорд, я ебал. Сколько спид прошел? 30 минут, да? Угу, да. Что, сделаем 29? Ну, будем пробовать. Сейчас посмотрим, как вообще. Ну, по ДПСу, я думаю, должно хватать. По тактикам, ну... Первый, второй босс, кто еще в курсе. Да, да, да. Потому что я их проходил, грубо говоря, ну, как это... Зергом, что ли. Да, 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 я в курсе тактики всех. Ну, там первый босс кливает, как бы, очень неприятно иногда. Вот. Ну, толкает он, непонятно почему. И там ДПС такой неплохой входит. Да. Здесь он будет ваншот, я думаю. Да. А причина какая? Почему он так делает? Че узнаем. Там около него стоять, наверное, нельзя. 5 мили страдают. Угу. А у нас 2 блейдмастера. Ну, что делать? Ну, они же слизывают Warcraft как бы по всем параметрам, в том числе, что мили страдали. Ебаные вулканы. Иллюзию надо будет убивать, да? Да. Слушай, на справедливости ради, в сравнении с тем же Вовом, здесь все эти вулканы хоть видно. Да. Хотя бы зона появляется круглая. А хотя бы большая. Да. Ну, ДПС достаточно ровный, в принципе. Ну, на мобах у меня чуть ниже ДПС всегда. Почему, не знаю. Потому что на мобах у тебя ДПС считается за все паки, как бы. Просадки в том числе, они опускают общий ДПС. Нет, там, скорее всего, из-за того, что дот вешается, и он висит не в то время. Да, но это тоже, да. Поэтому, мне кажется, ДПС ниже на бомбах. Я даже на авто, там, в овере третьем, там, сотку выдаю. Так, осторожно. А, в принципе, огонь не бьет. Нормально. Осторожно, отходи. Интересно, если в этом вулкане взорваться, он ваншот, это я чуть ни разу не пробовал. А, по-моему, процентов 80 он сносит где-то примерно. Mm-hmm. Лучше не пробовать, я амулетик не хочу юзать. Mm-hmm. Кстати, да, надо амулет себе переставить точно. Лишний сейф не помешает. Да. Прям вот ну, дракон последний вообще в принципе простой, тактика наипростейшая вообще. Ну да. А вот второй босс меня смущает, там какие-то херни он кидает непонятные. Не, ну там лизуны, по-моему, которые, ну вот эти вот
которые нужно просто не к тебе. Сферу кидает, непонятно, из-за чего вообще там к тебе какая-то херня прицепляется, и сфера потом кидается. Угу. Погнали. Фулимся сразу. Это стукнул. Видите, осторожно, крутилка. Но она, по идее, мало дамажит, крутилка. Можете не отходить. По 30к, да, немного. Слушай, ну ДПС хороший, смотри, если ты соточку выдаешь. Я делим не дамаг. Готов. Все скрылы были в КД на боссе, когда зашли. Еще раз делим, нихуя себе. Гвардин. Да, переключились в тень. Так, тебе надо отойти. Отойди. На ком красная метка, отойди. Давай, блядь, какая тень пиздец живучая. Снова по два. Блять, вставай. Что, наебал тебя? Так, фантом. На хил сидит. Надеюсь, он будет бегать. Блять, да. Он три прыжка босс делает, как бы. Кливает перед собой. Угу. Давай, тень рубим. Угу, все норм. По идее, мне кажется, у нас ДПС за глаза. Более-менее. Еще раз. Копия. Так, вышла копия. Это, бля, держись. Давайте 30%. Делим снова. Опять стукнул, да. Я тут вообще фулюсь как могу, ребята. Копия. Может, забиваем на копию и добиваем босса? Давай, просто босса. Босса. Просто копию надо водить. Так, на ком? На мне, что ли, блядь? Походу. Да, на тебе вроде по группе. Угу. Там личку вставь. Блядь, всего. Конфета умер. Осторожно, разойдитесь. Вставай, надо зажигать. Блять, надо дамаг делить, сука. Сейчас, идите, бегайте ко мне, блять, за мной копия. Да не волнуйся, так 1%. Да я, блядь, бегаю от нее.
Шотл дальше. Блять, почему у нас Шотл всегда Миньяна? Не знаю. Я обиделся на него. Хуя конфету сбрила. Маги здесь жесткие, да. Блять, жесть его пробивают. Уж разница большая по левелам. Пенальти большую. Ну, ДПС у нас, кстати, вообще ровный-ровный. Ну, разница вообще. Я старался подбирать хороших игроков. Читерских игроков без порезки. Не, ну порезки-то все равно есть. Если к читу еще добавлять дикий донат в виде там задоначенных машин, как у некоторых. Не, ну порезка есть, но она, блин, у других классов она была бы вообще там не 80 тысяч в секунду, а там 15-20 на текущем гирлеве. У нас же есть скиллы просто с физ дамагом, вот они порезаны. Ну да. А дот не режется. Чисто дотом и вывозим. Ну да. Хочешь хорошо жить, умей вертеться. Причем забавно, что они это не пофиксили до сих пор. Сколько прошел год? Уже получается полтора года. С того момента, как на Китае это выпустили? Ну да. А на Китае это не пофикшено, кстати? Нет. Жесть. Ну это прям дисбалансовая херня вообще. Дичайшая. Сейчас чувствуется, блин, все спекнутся либо в Блейдмастера, либо в Некроманта, потому что... Ну, это... Слушай, ну она дисбалансная только на релизе, как бы, условно говоря, потом это все сравнивается. Ну да, но мы эти 9 оверов, как бы, ну, долго будем к этому идти. Ну да. Остальные вообще вечность будут идти. Так, что тут, мобов надо сперва? Ну да, это чисто. Ебать ту Люсю. Сейчас будет жарко. Сейчас. Блядь, еще справа. Надо было сперва этих мелких зачистить, короче. Ну, кливайте, я не знаю. Кстати, по-моему, с этого говна можно особо не отходить, с красного. Если мне память не изменяет. Ну, раньше она не очень сильно дамажила. Конфет стоит. На третьем. По 20к. Нормально, я отхиливаю. Можете не париться, дамажьте. Главное не перепутать, что из этого вулканчики, а что обилки мобов. Да. Бля, охуеть. Какой, да, какой. Вот сейчас мне тяжело отхилить. Отойдите лучше. Все, отхилил. Что-то, видимо, там много подряд было. Там вулканы были. Кстати, наши зрители, если мы пройдем, видос я выложу. Маленькие лайфхаки для вас с водом 2.0. Во-первых, можно PvP-билку переключать удержанием на ней. Вот видите, удерживаете, сразу можно выбрать, какую поставить. Не надо лезть в дебри настроек. А во-вторых, теперь, видите, у меня справа от персонажа есть, ну, триггеры. То есть показывает, сколько у меня там баф висит, сколько у меня эмблема, когда она заюзается, сколько она будет в откате. Это включается, заходите в системные настройки, вот сюда в System, Auto Combat Settings, вниз, и вот здесь Buff Monitor Settings, тут можно поставить, что отображалось, там эмблему поставить, скилл какой-нибудь. Имейте в виду, очень полезные штуки. Маленькое такое-то отступление лирическое. Ну, на эмблему, вот, которая фатальный урон, это прям очень актуально в свете этих оверов всех крутых. Так, это же видно все равно под здоровьем-то. Эмблему ты не видишь. Ну, то есть, грубо, сколько у тебя осталось отката эмблемы, ты не видишь. Да, может, у меня потому что включено это. Но я ничего не включал, но у меня видно, сколько осталось до эмблемы, до новой. Да? Угу. Unbending triggered the like effect, reactive, full passive. Видно, да. Раньше вообще, видать, ее не было.
Вот. Угу. Это в 2.0 ввели. Да, она в 2.0 появилась, но тем не менее можно теперь это все вынести как бы крупными такими штуками. А это куда крупными выносится? А справа прямо от персонажа, прямо в центре экрана. Удобно. Ну, основные там парочку можно вынести. Я вот, например, героизм себе поставил. Ну, от Song of Heroes, который идет. Я постоянно вижу, сколько он висит. Спал, повесил, спал, повесил. То есть, ну, как бы так. Сейчас посмотрим. Ну, давай не будем тратить время, потому что танк же не с нами в голосе, конфетка. Погнали. Главное, короче, тут лизуны. Ну вот, и лизунов надо это, чтобы он к вам не подходил. Ёб твою мать, как его пробивает. Шестой овер, ребята, в день выхода. Так, уходи, 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 уходи с этим, с эффектом. Надеюсь, мне не уншотить, нет. Не, нормально. Так, короче, надо разорвать цепь. Вот смотри, видишь линия? Вот я встал в линию, стой. Я должен просто, он должен об меня шарик пустить, все. Иначе тебя убьет. Вот такой смысл здесь. Это я знаю. Хорошо, тебя сейчас не убило. Ну да, меня почти убило, кстати. Жахнуло там норму. Так, уходи, 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 уходи. Что на этом боссе будет еще? Лизуны, потом по два шарика будет. Да вроде все. Ну эти, как его, слизни его. Уходите с бомбами. Так, за меня защитите, меня защитите. Давай, я закрою тебя. И второго защитите. Я закрою второго тогда, закрыл. Угу, все, огонь. Спасибо. Уносите. Да, жестко они пробивают. Так, меня надо защитить. И меня тоже. Давайте я ловлю с кого-то там. Бля, я даже дал щит, все равно. Я встаю. Да. Странно, меня вроде закрыли. Угу, я щит дал причем. От страха. Уносите. Может, баганул что-то, скорее всего. Так, вот защитить надо и тебя. Ой-ой-ой. Да-да-да, я закрою. Угу. Давай. Надо подольше растягивать. Да, подлиннее надо сосиску. Да-да-да, он походу цепляет. Угу. Блять. Меня засейвила моя ронка. Внутри бомбы. Внутри. Ебать. Сходитесь сразу. Меня надо закрыть. Я закрою, отойди подальше. Да, да. Я второго хуй закрыть. Блять, не успел. А нет, или успел. Успел. Просто он опускает там процентов на 15 хп. Mm-hmm. Да, за хил тут, конечно, нужен, мама, не горюй. 55 тысяч где-то. Секунду. Так, относим. Так, защищаем. Я разорву. Я перекрою. Угу. Растягиваю. Нет, не перекрыли. Нет. Чё ты, да, его не перекрыли? Ну, я одну дальнюю перекрыл. Я и хила перекрыл, тебе надо было вейст перекрыть. А, походу, не срабатывает, если совсем близко стоишь. Да, надо прям в центре стоять этой линии примерно. Mm-hmm. Она, сервер не успевает понять, где летит шарик. Ну, поэтому, да, лучше растягивать, чтобы... Бомба.
ДПС хороший, прям 80 ровно у всех. Если бы мы четвертый ходили, у нас, наверное, я точку нажму. Сам 150 было бы у каждого минимум. Ну, у меня в четвертом 100, где-то 30 примерно. Ну да, 130. Все равно режет. Ну, здесь у нас еще баф на 40% урона. Юху! Обожаю прыгать. Че, мобов почистим сразу, чтобы ультра да, хватилось? Да, да, да. Да, да, да. Ну, конфетос в курсе, он грамотный. Кстати, русский пацан в клан меня звал еще на старте сервера. Я не пошел. Мне кажется, тут соотношение русских. 70% уже. Вайст, выходи. А, это Blizzard. Да, они сейчас не домой. Да, 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 Blizzard. Я тут раскошелился на пэта за 200 голды. Линглинга купил себе розового, бля, такая имба вообще. Прям реально, значит, ну, на 18% хил поднимает на 10 секунд. Ну, прям ощутимо. На два класса только выпустили этих. Розовых. Да, но он прям вообще норм. Ну, я вот псину купил, которая на хасту. Так себе, конечно. Если бы котенка снова подавали, было бы... Ну да. Да, я котенка жду. Ну или что-нибудь получше уже. Ну да. Не, ну у меня вообще помоечный пет был, потому что я и сову пропустил. Стратегия. Не сову, эту лису. Угу. У них стратегия какая? Сначала что-нибудь такое средненькое, потом лучше, 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 лучше. Ну я очень долго ждал, когда нормальный пет хиловский появится такой прям. Да, хиловский-то по-любому имбовый сейчас. Да, линглинг лучше нету вообще. Я пытался его выбить, короче, там запорол, наверное, 1500 купонов. Не, меньше, 1000 где-то. И нихера. Психанул, купил за 200 голды. Ну, не жалею. Ну, правильно. Ну, они, кстати, стоили поначалу-то дешевле, по-моему, за 125, а там за 130 я видел. Да? Вроде их сразу задорого продавали, это псина по 125. По-моему, это, по-моему, дорого. 200 это вообще самая дешевая цена была. Значит, я путаю. Ты с псом путаешь, наверное. Наверное. Учитывая актуальный контент, тут захиливать надо прям вообще как боженька. Цифры, цифры должны быть высокие, иначе тяжко. Так, ничего. Так, надеюсь, все? Не будет пулить, пока мы добежим. Не, они не пулят. А, ты пробос? Ну да, сейчас хоть встанем. Так, а где танк? Вот он. Сзади. Так, ну что, погнали. Смотрим, что пишет, какого элементаля жахаем. Ебать, как же его там встречает он. Там по цвету, кстати, видно. Ну да, там на экране пишет, короче, light или dark, какого надо убить. Так проще. Я даже не вчитываюсь обычно. Там прям цвет явно видно. Ну да. Противоположный цвет гасим. Все, делим дамаг. Делим. Зашиб, зашиб, зашиб. Прячемся. Конус. Конус. Кстати, мы быстро выпускаем. Ну да. Так, что он написал? Stay closer. Так, светлого, светлого пошли. Вон слева стоит.
Быстрее, быстрее. Деление к нему несите, чтобы этот... Там, где деление, короче, будет, там будет потом шип. Ну, вы знаете, это для зрителей. Для наших дорогих подписчиков. Да, он толстенький. Да. Стоим. Делим дамаг. Делим дамаг. Сейчас шипы идеи будут. Да, да, да. Сразу. Вот он. Дилдо. Вылез. Тайминг. По идее, кстати, можно сразу перебегать. Да, 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 пойдемте на ту сторону сразу, к жопе. Иначе по дороге шип появится, как бы будет жопа. Да, пошли, пошли, пошли. Конфетус, надеюсь, врубится. А, светлого, тоже светлого. А, слушай, мне казалось, что они меняются. А они там рандомно. Я тоже думал раньше, что вообще рандомно. Быстрее, быстрее, лайта. Быстрее. Ой, шип. И за шип, за шип, за шип, за шип. Ебашьте лайта. Все разы, что ходил, всегда менялось. Ага. Ну, я тоже ходил, ходил, менялось, менялось, потом хуяк, начал по-другому. Забавно. Ну, сейчас с большой долей вероятности, что будет темный. Хотя рандом. Принцип... 50 на 50, принцип... либо да, либо нет. Да, принцип суперпозиции называется. Да-да. Ну, блять, можно просто ближе к центру держаться, чтобы бежать, если что, туда и туда было не очень далеко. Можете ко мне перейти в центр сюда. Темного, темного, пошли на ту сторону, быстрее перекатом, быстрее, быстрее, быстрее. Деление, я приду. Давай, 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 сюда неси его. Долщит. Встаем, встаем за пилон. Хорошо, хорошо, поставили огонь. Блять, конфета суебала. Блять, Кинг-Конна уебал, у нас как раз одна вставалка. Не умирайте. Агри, агри, чувак. Давайте этого элементали быстрее. Все, стоим. Ебать. Вот на. Можно опять к центру подходить. Пошли к центру. Потому что сейчас опять не пойми, кого он это вызовет. Встаньте прям по мне, по математику. Ну вот с этой стороны, да. Нет права на ошибку. Темного, темного, давай темного. Это уже. И делим, 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 делим сразу. Шип. Ебашим темного. Быстрей. Темного, темного, быстрей. Все, ништяк. Фу, блять, пиздец, чуть не убило. Отходим, отходим, отходим. Десять процентов, ребят, давайте. Девять. Блять, Enrage. Надеюсь, он будет его водить. Бля, темный элементаль еще к тому же. Да, давай, просто зергаем, просто зергаем его. Делим дамаг, делим дамаг. Блять! Давай, 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 давай. Блять, надо за пилоном спрятаться. Просто пытайтесь, бля, пиздец. Сука. У меня эмблема. А-а-а! Курва. Блять. Бля, вот это хуёво. Да, могли быстрее спида ёбнуть. Не, вниз прыгаем, вниз. Куда побежать? На самом деле проблема была в том, что
подохли тогда несколько раз и потеряли вот эти 3%, как раз, считай. Ладно, сейчас завалим. Че все? Курва. А так хорошо шло, могли бы спида бы обогнать. Могли бы. Видимо, у них ДПС поволе был. Ну там у них у всех там 195 плюс гир, как бы. Но у нас чит-классы тоже как бы шил на мыло. Ну, судя по таймеру, они прям один в один. Что? Да, да. Нахуй с ними. Делим. Шип. Отходим. Деслинг. А он диспелится, по-моему, не? Что-то я не пойму. Да. Или просто достаточно сойтись, он пропадает, по-моему. Такая тема. Когда сходишь? Блять, конфета! Фу. Снова деслинг. Сходитесь. Так, лайта слева, быстрей. Блядь, что он уебал по мне чем-то. Чуть не убил. Быстрей. Так, делим дамаг. Шип. У меня ж ладошки вспотели. Отходим к конусу. Темного, пошли на ту сторону быстрей. Я несу как могу туда. Ебать. Встаем за шип. Давайте ближе к центру, потому что неизвестно, какой будет дальше. Конфета, отходи. Деслинг. Лайта. Сзади нас. Деление. Давай, неси сюда. Ёб твою. Блять. Шип. Быстрей. Thank you.
Давайте ближе к центру, ребят. Сейчас снова непонятно, где вылезет. Отходим к конусу. Не-не, стой, диспеля. Ага. А, он меня все равно не слышит. Так, темного, темного, темного. Быстрее, 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 несите сюда. Неси сюда. Блять. Да ну что ж такое-то, а? Отходить надо подальше. Прячемся, прячемся за колонну. Давай. Темного ебашим. Блять, танк умер. Отходите, отходите, сейчас он переагрится. Все, одна вставалка. Блять, стоим, стоим в сфере. Сейчас тупо умерли, пиздец. Вы быстрее отходите, он там под себя дает какой-то взрыв. В центр, в центр. Угу. Там, когда деление идет, при передвижении очень это. Отходим чуть-чуть. Свой поделить. Надо всем остановиться, мне кажется, в одной точке поделить и подбежать. Да там. Значит, вот такая херня. Ну да, но надо перенести. Блять, инрейдж. Пизда, конфеты. Очень рано. Вставай. Да. Вставай, очень рано. ДПС меньше, что ли. Дамажим, дамажим. Ну тут пиздец. А, ще пизда. Я не понял, в прошлый раз 3% было. Как, блять? ДПС выше, что ли, был? Надо, короче, это поставить сигил на это хитрейт, что ли. Да не парься. Мы первый раз почти его убили, тупо умерли просто и все. А, может по элемам чуть-чуть меньше ДПС давать, ну в плане типа. Свичится с него в последние там процентов 15. Он от дотов, по идее, умрет. Ну попробуй. Так, хил тут. Че, кого еще ждем? Я бегу, я там чуть-чуть поковырялся. Не в ту сторону, что ли? Да нет, это сидел. А, все. Гоу. Давайте сразу прям максимальный дамаг вносите в начале. Прям все, что есть. Конфетас. Хуя, я 260 тысяч по нему кританул. Больше звучало как совет для босса. Делим дамаг, делим дамаг. Прячемся за пилон. Давайте поднажмем. Чуть влево. Вроде бы ДПС у меня подрос. Да, прям прилично, кстати. Это из-за хитрейта? Нет, я надел хосту, потому что криты не проходят, я надел чисто хосту. Ага, ну логично, кстати. Чтоб доты чаще тикали. Да. Они не чаще тикают, они просто сильнее тикают. Энергия восстанавливается быстрее. То есть... Белый дамаг, лайта, лайта, лайта. Слева, 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 за нами прям. Быстрее, быстрее, неси сюда. Ебать, что-то накрывает нас. Тридцать, двадцать.
Успеем нормально. 13, 7, все. Все, фул дамаг в босса. Делим дамаг. В центре, блять, вот здесь, да. Прячемся за пилон. Еще переходим, давайте в центр чуть-чуть, потому что неизвестно, где будет следующий. Все, и Боринова. Темного, быстрей. И на мне деление. Блять, Кинг-Кон. Прячемся. Почему? За колонну. Хорош. Центр, да. Переходку. Конус. Темного. Направо. Несите. Шарик. Несите к нему, да. Все. Стоим. Да, времени, в принципе, достаточно, чтобы темного убить. Ну и светлого. Угу. Я вот на 30-40% уже на босса переключаюсь. Ну да, правильно, чтобы дамаг не падал. Как раз нам чуть-чуть не хватает. Да, у меня доты тикают, как бы. Блять, конфетас. Отходим чуть-чуть. Сейчас готовимся, сейчас кого он вызовет. А, лайта. Резче неси. Шарилка, тучу нажимаю. Давай. Хорош. Босса хуярим. Сейчас почти лайт умер, все. 19%, 18%. Давайте, ребят, давайте. Центр. Так. Что такое, блядь? Десять, давайте, прям фул ДПС. Отходим, конфетс. Пять. Сучонок, блять, умри. Ушел в энрейдж. Давай. 2%. Ну. Делим дамаг. Бля, сейчас он может уебать. Да, добиваем, пидора. Есть. Хорош. Всех ГЦ с шестым овером. Хорош. Прошли? Да. ГЦ. Охуеть, блядь. Да. Как вы... 44 минуты. Ну сколько там вас подавал? 80 все трое. Ну, в среднем. У меня 82. Да. На власти. Да. А так, да, в принципе, одинаково было. Круто, ты попал на ТВ. Ты звезда.
Ну да. Ты ничего закрыл или мы второй? А, закрыли. Нора, Шу, Джайя, Нуминор и Реф закрыли вообще за 26 минут. Понятно. 5 машин, 4 квартиры закрыли. Да, кстати, еще удивительно. У них мы 44, спид 30, а эти пацаны 26. Ну вот. Ну, Нора, как бы топовый некор. Он вообще 197 гир, но это жесть. Ну вот. Ну да. То есть пацаны, конечно. Лайтбрингер у них 191. Нуминор, Флеймсингер 192. И Реф тоже некромант. 190, короче, два некра они. Вот. Да, два некра. Кстати, если открыть ранкинги, то есть Оверлорд 9, 10 Doom Plus и 10 Doom Plus Plus. Что такое Plus Plus, интересно. Ну, это типа 11, наверное, 12, нет? Возможно. Прям даже интересно, что там будет. Да. Так, надо это... В друзья, что ли, добавиться, чтобы завтра сгонять? А завтра у нас какой овер будет? А хер его знает. Увидим. А там видно будет, сейчас скажу. Ну, сейчас глянем. А, кстати, сейчас посмотрим. Оверлорд. Ордер Шрайн, который четвертый. Да, шмотка сегодня. 222-226 шмоточка. Ух, сладенькая какая. Вообще. Завтра будет тот, который сегодня четвертый. А, завтра будет, получается, Order Shrine. О. Угу. О, там на локте вообще ДПС будет низкий-низкий. Да, там переводки мобов вот эти. Да. Но у нас гир подрастет, как бы там шансов. 226-ю шмотку лотнет. Не-не-не, можно, там просто нужно стопать тупо под конец каста шилда. Да. И плюс можно дамажить, если есть ульты сейвовые. Ну, да. Один раз. Да. Всем спасибо, ребята. Ну и плюс, ребята, если он поднимет, как бы пенальти будет меньше. Да, поэтому. Всем хороших цифр. С вами был Математик и Гильдия Бразерс. Всем пока.